Всем привет, мои дорогие! Рада еще раз видеть вас на своем канале. И решила записать вот такой вот обзор не за кадром, а в кадре. И поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. Я посмотрела на скорости видеоролик и их с угрозами, что якобы им там угрожают. И вы знаете, я эту историю уже слышала и слышала не раз. Эта история годовалой, что ли, давности. Я тогда еще не смотрела их и не обозревала. Кто там Настю напугал, что там было, непонятно. Знаете, хочу поделиться, наверное, своей историей. Как-то тоже было что-то наподобие... Это было в Минске, и я была у своей сестры в гостях, и, значит, тоже стояла я возле подъезда, муж поставил машину, и я стояла, его ожидала, и какая-то женщина мимо проходила, она посмотрела на меня, начала ругаться, в общем, возмущаться, оскорбила меня. И, значит, тут с подъезда выходит сестра, потому что мы кое-что привезли, она хотела забрать. И, значит, она говорит: «Оль, не обращай внимания, это душевно больная женщина. Она все время так ходит, а я еще...» Поэтому, если и была история удивить, допустим, да, если это действительно была такая история, что кто-то там, ну... не следила, просто мимо проходил. Может, и правда какая-то выпившая женщина, если это действительно правда было, а не придумана эта история. И, может, и правда женщина просто перебрала и там возмущалась, орала. Она же их имен не называла. Ну, как-то не знаю. Но хочу сказать, что мне слабо верится, что такое вообще было. И вообще кто-то там напугал Настю. По поводу... данных ребят, по поводу угроз и всего прочего, я уже вам говорила. И на эту тему мы с вами уже рассуждали, и на Дзен я выкладывала видеоролики. Поэтому, знаете, мне настолько было смешно вот это вот все слушать. Стрим не смотрела, я не смотрела стрим, мне некогда, если честно, было. Ну, вы понимаете, что у меня дома дети, мы завтра еще собираемся ехать с детьми в Брестскую крепость, может быть, что-то для вас поснимаю. Все-таки Брестская крепость, это, ну, не знаю, для меня это такие места, где прям до мурашек пробирает, до слез, и находишься всегда там под впечатлением. Ну и, значит, я не смогла просто посмотреть стрим, да и я не всегда смотрю, я бывает захожу, где-то там что-то посмотрю. Единственный раз, когда я вот записывала обзор, тогда я посмотрела довольно-таки долго. Ну, а так как сейчас мне просто некогда, у меня нет времени заниматься просмотрами стримов, то я даже не заходила, не знаю, что они там говорили, о чем они там говорили. Но в видеоролике вот я в конце услышала оскорбление, насколько я поняла, в сторону Келлеров. Я так поняла. Ну и, значит, было сказано, что лучше бы сходила, помылась и фукала, фекала. И это настолько было противно. Вот серьезно, ребят, противно. Мне было слушать это противно. Говорить в сторону людей такие вещи, в сторону людей, которые помогали, в сторону людей, которые в гости к себе приглашали. И потом вот так вот, знаете... на этих людей столько лить грязи, это отвратительно. Не знаю, ребят, что еще сказать по этому поводу. Ну, полиция там, куда они там еще хотят обращаться, адвокаты. Вот мне абсолютно все равно, кого они там боятся, про какие данные они говорят. Я единственное не понимаю, для чего было самим сливать свои страницы, причем реальные ВКонтакте, чтобы писать... моей родне, моим детям, и потом мне звонить, писать. Ну, вот для чего это нужно было? Не знаю, мне кажется, адекватные люди так и не делают, а сначала думают,
а потом делают. А здесь, похоже, не думали, а делали. Ну и в комментариях, конечно же, им насыпали негатива. И знаете, если даже удалять комментарии, то есть фильтровать и удалять, то, по-моему, там нужно удалять просто все. Вот неужели им нравится снимать видеоролики и видеть у себя в комментариях столько недовольства, столько негатива? Неужели им приятно это все читать? Вот они говорят зачастую, что ой, нам пофигу, что там пишут, ой, мы там и не читаем, и мы там не смотрим, мы никаким образом не реагируем на все это. Но получается совсем все по-другому, ребят. Потом выпускают видеоролик, отвечаем нашим подписчикам, и начинается. Сколько раз уже такое было? Ответы подписчикам. А вы достали? А что вы пишете? Да зачем вы пишете? Ну вот и такая вот чушь. Неужели и правда нравится им столько негатива иметь на своем канале? Неужели и правда вот деньги не пахнут и хочется заработать на негативе, на хейте? Ведь на каналах, где действительно блогеры выпускают полезные видеоролики, да, и интересные. Ведь нет такого мусора. Вот нет столько грязи в комментариях, сколько у, допустим, тех, кого я обозреваю. Это я не говорю именно про Аню и Настю. Это вообще про фриков. И им приходится постоянно оправдываться, постоянно искать какие-то оправдания, постоянно что-то придумывать. И постоянно вызывать, опять же, вот такую реакцию людей в комментариях. Неужели вот нравится людям все это? Неужели им нравится вот таким образом зарабатывать деньги? Неважно, что напишут. Пусть пишут, да, все что угодно пусть пишут. А еще мне, знаете, что интересно? Мне интересно, а как с Эрикой решился вопрос? Помните, ребят? Там на Эрику собирались подавать в полицию, судиться с Эрикой, что она якобы у них видеоролик взяла, часть видеоролика, и у себя на канале показала и обсудила. Это не запрещено. Это не запрещено. Если она комментирует кого-то, она имеет право взять какую-то частичку видеоролика для того, чтобы оставить свой комментарий, высказать свое мнение. И мне так интересно, столько громких слов было, столько было громких слов, и юристы там, и адвокаты, и созванивались, и вот мы просим немедленно удалить все, ничего не говорить прям про них больше, и иначе будет разбираться полиция, и будем разбираться. Мне интересно, как все прошло. Полиция разобралась? Или как? Потому что вот что-то о результатах нам девочки не сообщили. Ну, а по поводу посылочек я сразу не поняла. Я подумала, им кто-то отправляет посылочки. Думаю, ну радовались бы, вам посылки отправляют. Чего вы возмущаетесь? Это, оказывается, был намек на другой канал и на посылочки, которые отправлялись другому блогеру. Якобы, чтобы втереться в доверие. А ничего, что человек, который отправлял посылочки, даже готов был принять у себя дома, жить этих блогеров. Не блогеров, а маму блогеров. Поэтому тут уж, знаете, становится действительно смешно. Ну, впрочем, для меня, по-моему, уже ничего удивительного нет. И вот скажите, что они могут еще снимать и про какую полицию говорить, когда сами уже столько наговорили, что просто, знаете, в голове не укладывается. И даже в конце этого видеоролика умудрились оскорбить человека, фукать, фекать. Вот скажите, мне единственное интересно, надолго ли Марина без фуканья и феканье, или скоро будет то же самое, что и со всеми друзьями, ну, друзьями в кавычках, которые временно, а потом оказываются облитые с ног до головы грязью. В общем, мои дорогие, буду я заканчивать.
Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех обнимаю. Всем пока.